Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и сегодня мы проходим очередную карту от наших любимых подписчиков. Итак, вот мне один человек писал карту, ну что ж, давайте нажмем на приветствие. Привет, мистер Джокер, это моя вторая карта, приятного прохождения. Так, инфа. На карте будет 5-7 испытаний, ищи изумруд, должны быть 8 штук, окей. Так, старт, правила. Не ломать блоки, не читерить, включать геймод 1 только если сложно. Можно ломать сено. Окей. Нажимаем старт. Так, что это? Лабиринт. Ну ладно, пошлите искать. Что? Не, я не буду доверять. Так, мне написали ВК. О, сено. Так, 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 так. О, два изумрудика. Отличненько. Ну да. Стоп, давайте попробуем нажать. О, прошел, ничего себе. Так, паркур, ну паркур тут легенький, насколько я вижу. Так, сено. Так. И, опа, так, fuck the system. Во, так, 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 ну это было легко. Так, нажимаем дальше. Что здесь? Стрельба из лука или тир. 10 стрел. Да, с этим у меня, конечно, будет не очень-то хорошо, но... Хотя нет, чё. В принципе, все. А нет, не все хорошо. Блин. Если... О, попал. Во, все. Так, дальше. Что у нас здесь? Так, давайте это все сложим. Давайте еще изумруды сложим. Так, спаунпоинт и инфа. Это легко, если не сможешь пройти, можешь включить геймод 1. Положи все вещи в эндер-сундук. Что это? О, с дроппер. Вот это мне нравится. Точнее, не просто дроппер. Но это, в принципе, все легко. Да, легко. Так, а сено, 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 сено. Блин, сено, точно. Я забыл. Давайте поищем. Может, где-то здесь есть. Наше сено. Стоп. Тут блока нету. Ладно. Вроде нигде у нас нету. Так, окей. Давайте дальше нажмем. Так, забираем все вещи из эндер-сундука. Пока что я 4 изумруда только нашел. Опа, походу спидран. Да, спидран. Ой. Ой. Твою дивизию. А на сколько у меня хоть там длина? На 8 минут, ну окей. Давайте пробуем это все пройти. Что? Блин, я не хочу нажимать. Твою мать! Ну, блин, ну, мое любопытство меня подвело, как всегда. И я уже забыл, где что нужно искать на эту... уже запинаюсь. Что нужно искать эту грёбаную... Так, телепорт назад. Твою дивизию. Что нужно искать эту... То есть... Блин. Короче, сено надо ломать. Твою дивизию. Так. Твою мать. Что ж ты будешь делать? Да ёп. Я чувствую, это будет надолго. Так. Хотя. Может и ненадолго. Давайте. Вот так. Это все аккуратненько пройдем. Так. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тише будь. Так. Бляха-муха. Что это? Что это за... Я нифига не вижу. Чекпоинт. А чем он мне поможет? А, все, отлично. И у меня начала гавкать собака. И вот тут он мне помог, чекпоинт. Надеюсь, этого на записи слышно не будет. Но, скорее всего, будет слышно. Так, так. Оп, оп, оп. Оп, блин, я уже забыл, что нужно искать эту шерсть. Грёбаную, точнее не шерсть, а этот как его. О, опять мне помог чекпоинт.
этот, как его, блин, я уже забыл. Сена, во, сена, да. Считаю, сегодня... Вот оно и сена. Отлично, так, а я его могу сломать так? Нет, не могу. Придется только... Вот, 2 изумруда, 6. Значит, в каком-то я из испытаний просрал один изумруд. Или, может, сейчас еще одно какое-то будет испытание. Посмотрим. О, блин, как же она меня бесит, эта собака. Так, 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 тихо, 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 тише будь, тише будь, тише, тише. Так, так. Как я люблю это, как я люблю спидран. Вот просто. Что ж ты будешь делать? Вот так, вот так, вот так, вот. Да, шикарно. Так, тихо, 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 тихо. А мы вот так сделаем. Мы... Да. Блин, что-то я реально туплю. Как-то тут все легко, но я как-то все это... Да ё-моё. Ну что, бля, что со мной сегодня? Я просто не понимаю, в чем дело. Ой, аккуратно, аккуратно. Тише будь. Ну, давай. Пару сантиметров. Ну, давай. Ты мужик или нет? Прыгай. Еее. Молоко. Так, окей. Молоко так молоко. Так. Что это? Чего? Боксерская... А, боксер... Стоп. Тихо. Тихо, 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 тихо. Там что? Там фигня какая-то. А! Ой. О, так, телепорт. Так, тихо. О, смотрите, я... Смотрите, я практически сломал систему. А! Блин, да что ж ты будешь делать? Опять собака гавкает. Ну что ж ты будешь делать? Ну, хватит! Прекрати. Ты так напряженная обстановка, твою мать. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Ой, ладно. Тут же все легко. Так, а вот тут, походу, что-то не работает. Да. Так, тихо. А? О, прикиньте. Вот тут. Автор карты, походу, немножко протупил. Ай, не-не. Да, оказывается, тут... Давайте попробуем это все по фасту пробежать. Твою мать. Даже дальше того белого, того снега не могу пройти. Ну, о! Теперь главное не затупить. Да что ж ты будешь делать? Да, а? Во, опять. Ну, я мужик или нет? Я ж могу пройти это все. Я смог. Да. Еее. Блин, сена. Там сена нет? Нет. Вроде нет. Ладно, давайте дальше. Что это такое? Заберись наверх. О май гад. О май гад. Так, стоп. Сена. Ищем сена. Тут все завалило снегом. Может, где-то под снегом сена. Давайте это все так более-менее хотя бы расчистим. Потому что тут может быть сено, которое нам нужно сломать. Ладно, хотя пофиг, какое сено. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Вот это я очень люблю просто. Так, тихо. А вот тут я знаю как. Я... Нет, не знаю. Я это он на хайпикселе научился. Но иногда и не помогает. Это говно. Во, видели как? Надо уметь это проходить. Так, смотрите, в общем, зажимайте Shift, вот так становитесь и прыгайте. Вот. Вот оно и сено наше. И тут нету изумруда, но я возьму из креатива изумруд, поскольку здесь должен, скорее всего, лежать изумруд. Поэтому я себе один взял. Так, что у нас? 8 на 8 это, да? Ну ладно, давайте попробуем забраться наверх. Так, опять. О! Твою мать. Твою мать, что ж ты будешь делать? Ой, ладно. Давайте опять залезем.
Я уже был практически у цели. Еще вот это вот то, что видимость ухудшена, это тоже как-то не ахти. Блин, твою мать. Да что ж ты будешь делать? Ну ладно, давайте попробуем еще раз. Так. Ту-ту-ту-ту, я спокоен, все хорошо, все отлично, все просто, шикарно, все зашибенно, все просто идеально. Вот это место, если там сейчас будет в конце еще, можно будет все взорвать, то есть мне будет доступ. Хотя пофиг, все равно я его взорву. Это место. Твою мать, ну что ж ты будешь делать? Ох, да уж. Ладно. Давайте попробуем как-то. Вот эта вот лестница мешает. А ну, может, сюда. Твою мать. Я же даже сюда забраться не могу. Может, тут что-то есть? Нет, тут нифига нету. Походу, тут только вот так надо идти. Так. Тихо, тихо, тихо. Твою мать. Так, ладно. Вот это вот мешает. Вот это вот что-то мешает мне лестница. Твою мать. Твою мать, ну как же меня это бесит. Ой, да уж. Так, 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 так. Тихо. Ладно, попробуем еще раз. Там хоть далеко. Походу там очень долго это придется все делать. Вот это вот мне лестница мешает. Я вот сейчас опять так вот прыгну. И нифига у меня не получится, потому что я лалка. Да. Так, попробуем еще раз. Давайте как-то вот так, что ли, попробуем. Во! Отлично. Так, я просто мастер на лестнице. Так, а тут просто вот так. Вот. Теперь здесь опять идем. Аккуратненько. Аккуратненько. Мне опять ВК пишут. Да, аккуратненько. И вот тут опять, по-моему, нет, тут нет лестницы. Ой, так, аккуратно. Ой. Блин. Я чуть не упал только что. А, надеюсь, тут не будет никаких больше. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, аккуратно. Нет, как-то вот так надо, наверное. Я думаю, да, так, аккуратно. Так, я не знаю, что тут за фигня? Как тут? Как тут пройти? О, вот так. Паркур мастер. А теперь нужно аккуратно запрыгнуть. Да, я это сделал. Ура, я сделал это. Тут высоко было хоть. Ну, в принципе, нормально. Так, давайте нажмем. Все, конец. Так, что это за фигня? Fuck is TNT. Что? А. Ясно, понятно. Так. Ой. Да. Ну что ж, карта, ну, не знаю даже на какую оценку. Ну, карта, опять же, короткая. Я только начал входить, так сказать, во вкус. И она уже закончилась. Ну, давайте на четверочку поставим. О, ТНТ. Отлично. Ну что ж, давайте, наверное, что-нибудь подорвем. Или хотя там уже был взрыв. Да, там был взрыв такой небольшой. Я думаю, на этом я закончу прохождение данной карты. Напоминаю, что свои карты вы можете присылать мне в личку ВКонтакте, или же присылать, там, я не знаю, в личку на Ютубе. Вот. Я обязательно пройду карты. Главное, чтобы там было побольше паркура. То есть я люблю такой вот паркур. Можно даже вот такие вот испытания с лесенками. Тоже прикольно. Так, что здесь у нас? ТП, а здесь что? Ну, оцениваю. В общем, я вам так
сказал, чтобы было побольше так, паркура, если вы будете мне делать карту. И можно там... И желательно, чтобы она была побольше. То есть, чтобы там было и интересно. Ну, это, да, это интересная карта, но она короткая. Еще раз повторяю. Ну что ж, на этом, как я уже сказал, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Джокер. Всем удачи, всем пока.